приветствую. Сегодня расскажу вам о домкрате производства компании Time Trial. Модель DT3 для автомобилей массой до 4 тонн. Вставляется в сумки из плотного материала. Широкая ручка для переноски. И удобно бегунками на молнии. В комплект поставки входит паспорт изделия. Адаптер с ниппелем для подключения к компрессору. И сам удобный домкрат. Выполненный из плотной ПВХ ткани. С двух сторон имеет антискользящие рифленые накладки. Диаметр опорной площадки 50 см. Высота в сложном состоянии менее 10. Если необходимо, его можно сдавить и подсунуть под автомобиль. Таким образом, высота подхвата получается 55 мм. А высота подъема, давайте сейчас и проверим, заодно разомнем легкие. Машину, конечно, мы так не поднимем. Таким образом, высота на качественном состоянии, она же высота подъема, получилась 60 см, чего более чем достаточно для большинства гражданских автомобилей. Также имеется возможность накачки выхлопной трубы, но для этого необходимо докупить адаптер и шланг. Ну что ж, переходим к тестированию в полевых условиях. Попробуем поднять моим новым компрессором АВС с производительностью 40 литров в минуту. Классная оказывается штука, надувной домкрат выручит не только в грязи или песке, но и поможет при сезонной смене колес. На этом все. Всем пока и до новых встреч.